Вторая часть заявления касается всех жителей Украины. Вы прекрасно знаете, что мы несколько дней назад отдали вам ваших убитых. На сегодняшний момент в районе аэропорта, в самом новом терминале, в населенных пунктах Пески, Авдеевка, Никишина, Майорск, это возле Воровки, и в других местах, где идут ожесточенные бои, находится очень много убитых военнослужащих украинской армии. Как вы все вчера заметили, украинские военные, офицерство украинское, отказывается даже принимать убитых. Численность убитых военнослужащих Украины даже трудно посчитать, но поверьте, это уже сотни. Она уже перевалила за сотни человек, сотни убитых, сотни раненых. Мы зовем родителей сюда, гарантируем выдачу тел, обещаем полную безопасность, содействие в опознании и транспортировке ваших сыновей домой.